Начнем с происшествий. У некоторых видов пауков есть традиция. Самка после спаривания убивает и съедает самца. Похожий случай произошел у Homo sapiens на левом берегу в Улан-Удэ. Ночью 19 августа на берегу Селенги было найдено тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Под подозрение попала уже судимая ранее 28-летняя женщина. Как выяснилось, она приехала в город с несколькими мужчинами на заработки. Они остановились на ночлег у знакомой на левом берегу и принялись распивать алкоголь. Убитый впоследствии мужчина зашел в гости, а выпив, начал приставать к женщине. Женщина сразу же закричала, и на помощь к ней пришли двое товарищей, которые избили бывшего собутыльника, после чего, успокоившись, ушли в другую комнату допивать остатки спиртного. В этот момент женщина, близости которой добивался потерпевший, схватила в руки веревку и ею задушила неудачливого любовника. После этого с двумя вернувшимися подельниками они отнесли тело потерпевшего к реке и сбросили в воду, намереваясь таким образом скрыть доказательства и, возможно, избежать уголовной ответственности. Очевидцем преступления стал еще один собутыльник, который проснулся от шума и после того, как злоумышленники с телом покинули дом, позвонил в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемая женщина помещена в следственный изолятор.